Так, отличный профессиональный метроном под названием Чируп. В свое время, когда его покупал, он где-то раза в два был дешевле своих аналогов, таких производителей профессионального оборудования, как Тама. Вот. Я его использовал в своей профессиональной деятельности, и самый важный фактор, который меня заинтересовал в этом метрономе, это вот программирование темпов. Вот у нас стоит цифра единичка, это первая песня. Вот темп 70 в данном случае. Мы на вторую песню переключаем. А нет, так, сейчас секунду. Вот нажимаем функцию memory. Вот канал открыт для переключения. Сейчас мы вставим на вторую песню. Вторая песня у меня запрограммирована под 166. Третья песня 120, ну и так далее, до 50 песен. В принципе, это все, что мне надо было от этого метронома. Здесь еще куча разных плюшек. То есть добавление более мелких деталей, ритмических. Вот еще какие-то драм-машинки прям в нее забивать. То есть нечто подобное. Но это уже мне было не нужно, и я это не использовал.